Новосибирские военные проехали по главным улицам города со штандартами фронтов Великой Отечественной войны в рамках акции «Эх, путь, дорожка фронтовая». Колонна, состоявшая из 12 бронеавтомобилей «Тигр», начала движение на Красном проспекте у Дома офицеров и доехала до Монумента Славы. На головной машине везли точную копию Знамени Победы. Безопасность движения контролировали военные автоинспекторы.